20 февраля в клубе «Эхо» состоялась презентация перформансов. Это так у нас спектакли, в принципе, именуют, которые подготовил «Тотем-центр» и Ассоциация социологов Украины, областное отделение. От «Тотема» Макс Афанасьев, от социологов Николай Гаманюк. Спектакли получаются очень интересные. И еще дальше будет видео-арт «Весна». Такая нарезка небольших видео, где показаны интересные ситуации, как пришли исповедоваться на остановке к священнику, что человек, животное, лишил жизни, и другие такие моменты. Но культурная жизнь в Херсоне бурлит. Можно даже сказать, что по арту и по постановкам Херсон, скорее всего, впереди Украины всей. Так что этим херсонцы могут гордиться. Сугами, овцами, коровами. Они того тоже бывают, заслуживают. А животное мне все равно жалко. Хоть и доставала она меня. А люди, чем люди лучше собак? Тоже взять и убить негодяя какого-нибудь. Наверное, сука я тоже. Сука, сучара, раз так думаю. Да я и сам не знаю, о чем думать. То ли повеситься, и об этом грешно думать, и себя жалко. Вот такая жизнь тяжелая сейчас наступила. И шо? 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 И шо? Шо тебе шо? Ну шо? Шо тебе шо? Шо тебе шо? Шо ну шо? Будем брать? Шо будем брать? И ну, шо? Ну, плакучий ива подойдет? Ну давай. Ну поехали. Я не люблю собак, особенно бродячих в стае. Всегда поддерживал их отстрел и даже травлю. Это какие-то препятствия на пути справляться. Отстрелял и проблем нет. Если у животных нет души, даже убийство выходит. Никогда не мог понять зоозащитников. Стерилизация. Все это хорошо. Но стаи все равно сбиваются. Вот котов, да, спасать стоит. Ну или собак, которые не агрессивные и милые. А вы как считаете? Вот собака. Ты собаку там побила или кинула, она замечала и убежала. Да. Прошло сколько-то времени, стоит ей поманить ее косточкой, она уже прибежит. Кошка, если ты, она чувствует, что ты к ней несправедлив, она тебя не воспримет. Ты понимаешь, и вот это, эти одна кошка и вторая. Вот мы только выходим, а они вот тут. А чего я прячусь? Он же все равно меня не знает, как я выгляжу. Ты мне подруга? Ну да. Как он хоть выглядит? Смотри, вон тут что стоит. Ничего себе, красавчик. Тихо! Он идет сюда.
Я боюсь.